Всех приветствую, мы начинаем четвертую игру ФА чемпионата. Удачи всем. И вам удачи. Так, а какая цель тут? Ну, понятно, победить. А вторые места, третьи будут? Да, все места считаются. Да, на все. То есть, кто побеждает, там остальные по очкам. Конечно, могли бы договориться там про ядерное оружие, про ученых там. А, да, что-то. Вот это тоже интересно. Ученых так, сразу, по-моему, сжигают по положенному. Да, ученых сразу, без первого. Сжигать или сажать на выбор? Так, ядерное. Что с ним? С ядерным без первого обычно. Со второго. Без первого. Так, у нас стратегический баланс. Да. Есть. Итак, мы начинаем игру, но в этой игре я сильно больно много комментировать не буду, так как из-за посторонних шумов что-то сильно не ухо не резало. Но место, как я вижу, неплохое. Там вот и ветра наклевывается. Так что, скорее всего, я останусь на месте, так как река, так как гора. Есть и амбарный ресурс. Так что, думаю, будем жить на месте. Ну что ж, ладно, будем играть. В конце я постараюсь сделать небольшое резюме о своих телодвижениях, что привело к удаче или неудаче, уж посмотрим там как будет. Но судя по тому, какое лобби и там по рейтингам людей, скорее всего, тут не должно быть больших проблем. И все на суше, да? Оригинально. Бери воду, будешь один плавать. Здравствуй, Индия. Ну, привет, а я тебя не вижу. Ну, а я тебя вижу с холма.
Так, а у нас же нету запрещенных пансионов, да? Да. Соляной старт. Ну, может быть, может быть.
Там микрофон можно поставить на кнопку, если что. Подъешевлю, да? Да, то что-то там видно, нос бежит, да, шморгаем. Окей, сейчас.
Ни у кого нет ресурса лишнего роскоши. Ну, я могу через несколько ходов сделать, в принципе. Если в принципе, блин, мне клятных ТП нет пока.
Thank you.
Американец, что это там за два ушника возле моих границ? Я лагерь защищал, если не видел. Там еще один есть лес. Ну, в смысле, ты его зачистил, а потом появились ушники. Вообще-то они стояли дальше, если не видел. Нет, я не видел. Жаль. Слева от оленей есть еще один лагерь.